познакомиться с новой командой. У нас одна цель. То и другое, познакомиться с тренером. И как бы всех ребят я знаю, со всеми играл. И также поработать над собой. И как бы приехал сюда подготовиться к более к своему сезону. Были ли какие-то сомнения, да, ехать или не ехать? Не было. Как ты свою форму оцениваешь после летней линии, сразу ты приезжаешь в Украину, сразу с национальной сборной? Как твои физики сейчас? Хорошо. По сезону было немного отдыха, и потом наша тренироваться к летней лиге, и там сейчас нормально. Костав, общался ли с тренерами, особенно по итогам летней лиги Детройта, на следующий сезон, каким они видят твое будущее, что обещают и как ориентируют тебя? Как в NBA, я думаю, никто ничего никогда никому не обещает, и ты знаешь, что это тренировочный кемп на посоле. Но подбадривают или вот объясняют, что... Всем все нравится, что я делаю, как бы... Никто не будет, не говорит, сколько и когда буду играть, просто нужно держаться тренировочного темпа и себя там показать, и дальше посмотреть, как будет. Есть понимание, отпустят тебя или нет в феврале, или вряд ли, когда сборная стартует? Когда сезон начинается, я думаю, будет. То есть, так все, да. Как ты группу оцениваешь нашу квалификацию про вас? Сильная, может, кого-то может вызвать самого этого серьезного соперника? Я думаю, все группы почти одинаковые, у всех есть свои лидеры, и те команды, на которых, как бы говорят, ставки не делаются. И всегда во всем всегда все возможно. Если приедет очень хорошая команда, соберут очень хороших игроков, у нас новый тренер, и я думаю, у нас все получится. Ты с тренером общался с вами? Нашли общие какие-то моменты? Теперь уже на лагоду ты съездил? Я только тут был 3 дня, поэтому общался с ним не так уж много. Немного увидел его в Лас-Вегасе, когда во летней лиге, пообщался немного, поздравил его перед игрой, и тут немного тоже общаемся. Он говорил, на какой позиции или какой функционал он рассматривает для тебя в сборную? 1-2, как и везде игра. Все, спасибо.